Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и давненько мы не играли в игру «Россияне против зомби 2». Поэтому я зашел и решил сыграть сегодня. Ну что, начнем по традиции, как обычно, с ивента. Посмотрим, что здесь интересненько такое будет. Ага. Зомби-палач, все дела. Зачем мне вот эти вот орехи, скажи мне на милость? Высокие. В чем прикол? В плане, уже сразу зомба... Да ну, быть такого не может. Я слышу, что он идет, шагает. Только вот где? Где этот зомби? Да ну. Ё-моё, сейчас начнет бомбить. Он уже бомбит. Так, я слышу там еще один. Слушай, а может быть нам вот так сделать с тобой? Или лучше так? Ну-ка. Бумс. Немножко я, по-моему, рановато все это сделал. Хотя... мы можем вот так вот. Жух. Куда ты мне этого щегла тут выплевываешь? Они мне тут и даром не нужны. Если ты хочешь знать. Так, орех. Я орех не могу поставить. Ну... подбили, отлично. Так, вот этот мелкий хлыщ тут стоит и потихоньку хапает, хавает мой орех. Тут и орех, ну и орех, в принципе. Если вот так вот поставлю ему под пяточки, а? Как тебе это будет? Хорошо? Тебе понравится? Сдули мы его. Так, он опять своих хлыщей тут бросает. Ну-ка попробуем так сделать. Жух. Ё-моё, выкидывает. Так, у нас еще одна удобряшка. Ребятули. А этого сморчка не хочет подбить, да? Все. Сдулся. Стоп, 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 стоп. Он орех с удара. Просто с удара, ребят, сносит орех. Сдуть его отсюда. Так, голова минус. А вот и волна. Ну что, давай, наверное, сюда вот. Жить. Улетай, улетай. Ну а ты что? Куда ты опять своего этого мелкого прыща бросаешь мне? Он мне здесь даром не нужен. Уберите его отсюда. Уберите, говорю, вот этого вот мелкого прыщалыгу. Раз по-другому не понимаете, будем делать тогда по-нашему. Мне не нравится, что вот тут вот он вытворяет. Что он себе позволяет. Тыдыч. Да, конечно, ага. Слушай, ну ведь, по-моему, последняя волна была. Или я ошибся чуть-чуть? Нет, ребят, последняя волна только вот сейчас у нас началась. Слушай, хорош. А вас тут не слишком ли много, а? Наверное, мы сейчас с тобой сделаем вот так вот. Для начала. Ё-моё. Идут, 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 идут. У меня больше нету. Хотя, подожди, если вот так сделаю. Так, этот сгорел. Здесь, наверное, придется нам вот так вот сделать. А тут-то как? Ну, в любом случае, он не жилец. И ты понимаешь почему, потому что здесь газонокосилка. В любом случае он не пройдет. Да он даже может быть и не дойдет. Так оно и случилось. Ну что, давайте мне, пожалуйста, мою награду. Это у нас, ух ты. И 1500. Вот этих ребят у меня нету, они даже не открыты, насколько я помню. Хотя их, может быть, и не надо открывать. Ну, в плане того, чтобы копить. Или покупать. Просто приобретаем. Ну что, давай еще разочек сыграем. Ну что, я готов. Давай вот так вот, наверное, будем выставлять с тобой. Хотя лучше, наверное, надо было их там на начале ставить. Да, в принципе, какая разница, что они здесь будут стоять, что там все равно. Без помощи, как говорится, суперударов здесь нам не одолеть их. Как бы я ни...
пытался. Здесь, естественно, лучше сделать так вот. Он, блин, он сразу своего этого мелкого хлыща бросает. Все, сдулся, сгорел. Так тебе и надо. Монетку-то я заберу. Так, еще одна удобряшка. Сюда поставим орех. Начинает бомбить по моим каменным шипам. Слушай, ну они выдерживают два удара, я смотрю. Еще мы можем с тобой сделать вот так вот. А вот тут ты не попал, парень. Мелкий, я надеюсь, этот мелкий не пройдет. Хотя вот так можно сделать, че. Сдули. Так, этот жрет там потихоньку. Что если вот так вот сделаем? Отлично. Хапают, хапают там. Сразу применяем грибок, сдуваем. Вот это вот мне не нравится, что он постоянно выкидывает этого мелкого хлыща своего. Раздражает, серьезно тебе говорю. Мы же его должны подбить, по идее. Мне одному кажется, что вроде как игра как подтормаживает или... Нет? Такое ощущение, как будто она как замедленная. Что-то есть, да, такое? Если сюда поставлю. Слушай, идут. Смотри, смотри, смотри. Сейчас будут пробивать здесь. Где удобрение, объясни мне. Вот оно. Так, слушай, подожди секунду. Что-то не устраивает такой расклад. Вот так-то оно будет лучше. Ну, мелко-то хлыща подбейте, пожалуйста. Подбили. Два удобрения. Есть. Накрыли мы его. Ну, смысл нет уставить, как ты понимаешь, удобрение на вот этот орех. Это бесполезно, все равно он его пробьет. А вот так вот, например, сделать нам не помешает. И вот так. Совсем другое дело. Так, мелкого выкидывает. Ну, мелкий здесь не пройдет в любом случае. Его сейчас грибочки должны, в принципе, уничтожить. Давай вот так вот перестрахуемся просто. Еще вот так сделаем. Еще можно сделать, знаешь как? Смотри. Вот и все. Так, погоди-ка. Слушай, а почему не срабатывает? Он же должен, по идее, дуплиться был на шипах. Он по-прежнему как будто ничего не бывало, стоит и бомбит. Да иди ты. Так, мелкого выбрасывает. Это фигня все. Ну. Давай, 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 отлично, подбили. Да хоть ты тут забросайся своими этими малышами беспонтовыми. В любом случае тебе это не поможет, палач. В любом случае. Ну что, последний удар. Вот и все. Две попытки, как говорится, и обе удачные. Морковка. Так, это у нас близнецы и 1000 монет. Вот и вся награда. Так, это мы закрываем, это нам не нужно. Ну что, а теперь, я думаю, наверное, пойдем с тобой на ивент. Сходим. Как вот там, еженедельный, ежеквартальный, как хочешь называй. Так, ну и награды, естественно. Сколько там, 2 гема, наверное, да, дадут? 67 становится, окей. Так, ну что, ребята, эпический квест Shine Wine.
Солнечная лоза, что ли, получается? Ладно, давай смотреть. Я про арену вообще молчу, потому что я уже там скатился на самое дно. Так, Пенни Пурсует пришла мне объяснять, что на нас нападает зомби. Да, солнечная лоза. Ух ты, как шикарно. Поехали. Давай так вот с тобой везде понаставим их. Цитрончики. Цитрон такой надулся, стоит. Но здесь зомби. Зомби-мумии. Вот так вот сделаем с тобой. Бух. Разлетелся в пух и прах. Так, понизу идут. Давай сюда поставим, наверное. И вот сюда. Так, слушай, подожди. Не слишком ли вас много тут бежит-то на меня сразу же? Давай, грохострелы, наяривайте. Как говорится, пуще прежнего. А, здесь я понял. Здесь у нас усиленные идут зомбари. Сейчас мы с ними разберемся. Давай-ка вот сюда еще сделаем. Цитрончик здесь не помешает. Кстати, надо на каждую линию ставить под строну. Потому что, смотри, видишь, там зомби у нас идет с этой, с ведром на голове. Да-да-да-да-да, именно с ведром на голове. Успеем? Если успеем, то повезло. Не успеем, значит, нас тут сейчас раскромсают. Ну, цитрон успел, молодец, красавчик. Есть ли смысл у нас выставлять этих? Я думаю, что нету. А вот цитрон ставить надо. Вот сюда. Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Схавай, да? Захомячил все-таки. А я еще цитрон поставлю. Ну и все. В принципе, отлично все идет. Это последняя волна. Тыч. Сносим их, правильно. И, да, ребят, пошли, прошли. Но это у нас только лишь первая, да, была битва из пяти. Так что не расслабляемся. Кстати, как ты знаешь, каждый месяц мы с тобой покупаем новое растение. И в самом-самом начале месяца я купил это растение, ребята. Но серия-то у меня не записалась, не получилось. А взял я... Я думаю, ты, наверное, догадываешься, кого. Сейчас тебе покажу. Хотя можно и так сказать. В общем, я взял электрическую чернику. Да. Именно ее взял и прокачал, по-моему, ей 2 уровня. Кстати, можно зайти к себе на огород, посмотреть, что у нас там творится. Что-то мне кажется, что немножко подлагивает игра. Так, вот здесь у меня все собрато, оказывается. Ну что же, замечательно тогда. Посмотрим, что у нас тут в книге. Сейчас мы посмотрим. Кстати, можно будет прокачать 5000. Огненный горохострел. Сколько? 20 000. Ничего себе, ребят, чтобы виноград прокачать, нужно 20 000. Не кисло, да? Так, мы хотели посмотреть, знаете что? Точнее, я хотел посмотреть, что у нас тут новенького. Опа. Так, инферно я так и не накопил, потому что в игре меня не было очень долго, считай, месяц. Поэтому прозевакла я эту всю вспышку. Вот этой меты у меня нету. Солнечной, да? Значит, ее все-таки нету. Вот, ребята, черника электрическая. Еще левел. Итого 4 уровень. Слушай, ну неплохо. Правда, и все деньги спустил. И в магазине надо посмотреть. У нас, по-моему, я бесплатную эту открыл уже, пиньету, которая давалась. Вот, смотри, можем с тобой открыть. А можно также здесь вот что приобрести. Сколько мне их нужно, чтобы открыть вот эту вот солнечную мету? 10 соточка нужна, да? Слушай, как-то дорого получается. За 10
солнечной мяты тратить 20 гемов. Наверное, выгоднее вот здесь вот сливать. Потому что солнечной лозы у меня тоже нету. Грибочек. Солнечный гриб. Ладно, это все, короче, ребята, не особо мне нужно в данный момент. Мне нужно проходить ивент. Эпический квест. Погнали. У нас еще 4 поединка впереди. Ну-ка, давай глянем. Так, здесь что-то выполнили. Поехали. Второй этап из 5. Ну, хорош прогружаться-то. Опа, кто это у нас там? Воу. Пеньки, все дела. Плюс чомпер стоит здесь. Значит, нам надо ставить с тобой вот этого горохострела. Подожди секунду. Слушай, а зачем, если у нас... Блин, ладно, уже поздно думать. Зачем? Поставил, поставил, фиг с ним. Этого захомячим, соответственно, получим с тобой удобряшку, да? Удобряшку получим, сможем поставить тройной горохострел. Мы даже и так можем его поставить. Сюда вот влепим. Ну, хомяч ты его. Вот так вот. Так, а здесь у нас зомби с пляжа. Пляжные зомбари идут. Вот так. Чемпера сюда поставим с тобой, на всякий случай. Что-то он долго его как-то пережевывает. Очень долго пережевывает. Посмотри. Давай так, наверное, сюда еще пень поставим с тобой. Пускай он будет. И, кстати, на нижних-то рядах у нас вообще никого нету. На нижних рядах нету. А это говорит о том, что нам нужно с тобой поставить. Твою налево идет. Придется чемпер тогда ставить. Вот. И заряжаем. Так, тут этот с книгой, ребята. Опа, захомячили мы их. Давай этих теперь в переработку всех. Такая смачная отрыжка. Так, кубоголовые идут. Тоже не есть хорошо. Ну, захомячили, молодцы, красавчики. Давай-ка еще зарядим. Ну что, готовы? Все побили? Почти. Ну, чемпер, ты будешь его хавать? Вот. А здесь-то, здесь-то что? Вот и все. Ну, здесь прошли, друзья мои, довольно легко, я считаю, да? Напряга особого сильного не было. Так, ну что, переходим с тобой на третий поединок. Давай посмотрим, что у нас поджидает здесь. И, понимаю, так награда будет именно солнечная лоза. Так, опять эти пальцы, да, туда-сюда ходи. Сюда нельзя. Шипы. Шипы. Значит, он сюда, потом сюда. Значит, вот здесь вот поставим. А он же у нас без... понял. Без подсолнуха, без этих он не фурычит у нас. По-моему... Блин, он так не фурычит почему-то. А, я забыл, блин. А для чего нам этот-то нужен? Ты помнишь? И... Что это сейчас было сделано? Нет, он работает только от подсолнухов. Нет, ребята, он не от подсолнухов. Он работает вот таким вот образом. Вспомнил, я надо кликать на него, чтобы он
фурычил. Ладно, выставляем с тобой. Так, значит, нам нужно очень много солнечной энергии. Еще разок. Подожди-ка. Или вот так вот. Он делает нам платформу. Вот оно что. Жаривай. Нормуль. Так, здесь еще эти охламоны у нас. Ну-ка. Стоп. Так, влупляем, говорю, энергии нет ни шиша. Влупляем, конечно. Упс, попадос. Дайте мне, блин, энергию, ёк-макарёк. Танцору вы достали уже. Нет, я в... Что? Теперь понятно, зачем нам, блин, нужны были шипы. Короче, фейл, по ходу дела, да? Да, по ходу дела, фейл. Ты посмотри, сколько их там прет. Просто не совсем понял. Как тебе сказать-то? Что здесь нужно сделать и как правильно нужно сделать? Давай вот так вот скажем. Единственное, радует, что уровень мы с тобой прошли. Как-то с горем пополам. На шару. Ладно, давай посмотрим, что дальше будет. На самом деле, что-то мне эта солнечная лоза не очень нравится. Она должна нам приносить именно солнце за то, что на нее встают зомби, да? Она их как бы перерабатывает и за это нам дают солнечную энергию. Но так мало дает, что я даже не знаю, ребят. Так, Бонг Чой. А кто у нас тут? Помидор есть. Ну давай поставим помидор сюда. Вот видишь, она стоит и как-то перерабатывает. Но так мало дает этой энергии. Так, подожди, летуна, ты куда собрался-то? А? Летунок. Куда он собрался, я не могу понять. Что он там, он еще схомячивает. Что происходит? Что за звуки? Очень мало энергии дает. Очень мало. А их, слушай, не слишком немного здесь поперло на меня. Давай сюда поставим Бонг Чой. Помидорка, ты будешь там срабатывать или нет? Тут вообще нас уже пробили. Вот, смотри. Сейчас сделаем с тобой кое-что. Вот таким вот образом. Там Бонг Чой наяривает. Будь здоров. Всех отдубасил. А эти-то почему у меня не растут, я не могу понять. Вот эти вот грибы. Вот, только сейчас подрос, прикинь. Фиг знает, сколько времени прошло, он только сейчас подрос. Так, я слышу, там большой гаргантюа идет где-то. И такой, знаешь, как в замедленной съемке. Согласись. Может быть, нам надо было перезайти в игру, что-то как-то... Как будто действительно я на замедленном этом играю режиме. Может быть, усилить, ускорить?
Ёк-макарёк. У меня нет удобрения. О, подожди. Помидор. Бабахнул, ничего себе, он сделал взрыв. Вот это в данный момент, друзья мои, идет ускорение. Такое ощущение, что на ускорение играем как на обычном режиме. Почему такое происходит? Нет, вру. Это и был обычный режим. Так, помидор, ты будешь сегодня работать или нет? Но это последняя волна, как бы тут уже не страшно. Даже если они, ребят, пробьются, а они пробьются, мы все равно здесь выиграем. Ну ты понял, да, почему? Потому что у нас с тобой остались газонокосилки. Именно поэтому. А этого, естественно, лучше со спины бомбить. Гаргантюаху. Здесь он сгорел. Монетка. Давай ему в спину. Все, ребят. Отдуплился ханурик. Ну что, остается последний у нас с тобой поединок. Сейчас быстренько его пробежим. Давай. Пятый. Быстренько его пробежим. Получим солнечную лозу. Я не знаю, стоит ли нам идти на арену. И есть ли в этом смысл? Ух ты. Ага, будь добр, забери сам, да? Хорошо, я возьму здесь следующую команду. Так, у нас мята. Все связано с солнцем, да? Солнечной энергией. Так, робот. Значит, нам понадобится здесь персик. Давай возьмем. Так, зомби, бегающий бегун. Так, против него такого взять. Возьму, наверное, виноград. Стоит ли нам мину брать? Возьму яблочную мортиру. Так, кого же взять-то мне против бегунов? Он же будет все сносить на своем пути, верно? Верно. Мину. Мину взять. Ну, как вариант можно, да? И можно взять чернику. Поехали. Посмотрим, что у нас из этого получится. А как она должна была работать? Наверное, не так. Ух, ё. Оу. Погнали. Так, пока этих нету там, да? Там обычные идут. У нас еще виноград с тобой есть. Пока все хорошо. Давай, заряжай. Что за подлагивание-то? Не нравится мне это все. Ну-ка. Ух. Бомбануло-то. В плане пушки. Какие еще, блин, пушки? Пушек никаких не должно было быть. Да, вот тебе и... Нет, что-то слишком так быстро. Так, срочно виноградина, давай, бомби. Мортира яблочная вжаривай там. А вот, ребята, и роботы поперли, которых нужно нам, естественно, вырубать. Давай. А чё, не понял, опять все надгруби-то восстановились. С какого, блин, перепуга? Интересно, девки пляшут. А робот-то, я смотрю, не успокоится. Так, опять, с чего подлагивание-то вот эти вот?
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Прибежал, прибежал, растоптал все. Гаденыш, смотри. Мне дадут виноградину сегодня или нет? Дали, спасибо. Смотри, все жгут. Пора их отключить, наверное, да? А этот куда бежит? Вроде столько энергии, столько всего, и ничего, ребята. Давай активируем виноград. Ну вот и все. Этого... Эй, ты куда пробежал, гаденыш мелкий, посмотри. Ладно, сейчас все равно он напорится на газонокосилку, ему крышка будет. Черника. Все. Слушайте, ребят, вы извините, конечно же, что какие-то идут подлагивания в игре. Не знаю почему. Как будто вот в замедленной съемке у нас все это идет. Такое бывало давным-давно, но почему сейчас происходит? Так, ты посмотри-ка, солнечная жаба. Но ее нужно покупать. Кстати, скоро новый месяц, и мы с тобой действительно сможем приобрести либо солнечную жабу, либо чомпера. Сам видишь. Выпадает. Так, вот она. Всего лишь 10. Этого мало. Так, могилоед. Грейвбастер. Так, примитивный подсолнух. И все. Это вся награда на сегодня, что мы с тобой могли получить. Есть еще ивенты, но, ребята, здесь 100 гемов и конфеты. Конфеты, в принципе, мне не нужны. У меня, по-моему, их и так достаточно. Или я протратил все. Давно не заходил в игру. И поэтому я тебе сейчас точно ничего не сказать не смогу. Единственное, что я знаю точно, это в Пенни Пурсуит наверняка новые задания. А на арене я на самом дне. Ну, естественно, награды я никакой не получаю. Железная лига. Кстати, мы давно не заходили, давай хоть посмотрим, что здесь разыгрывается сейчас. Да ну, этот у меня есть. Слушай, за первые 5000. Упс, давай-ка, наверное, сыграем. 5000 мне сейчас не помешает. Давай. Тем более у нас с тобой есть две перчатки. Почему бы их не потратить? Конечно, можно посмотреть рекламу и получить еще больше. Джейр против нас. Ёк-макарёк. Просто сейчас на этой арене играть, ребята, будут такие, наверное, лаги, я чувствую. Ну что, возьмем чернику. Чернику. Зачем я взял чернику? Виноградину дай-ка мне лучше. А кто здесь рулит? Ага. Здесь у нас рулят совсем немножко другие, ребята. Растения. Рулят пушки и горохострелы. Так, ладно, горохострелы и пушки. А пушки где у нас? Вот. Что-то как-то подозрительно, да? Ну ладно, раз показано, что они здесь. Твою налево, я... Друзья мои, я не взял этого. Я не взял ни одного подсолнуха. Ну как так можно было тупануть? Твою же дивизию. А может быть здесь и без них обойдемся? Сейчас посмотрим. Да здравствуйте, приплыли. Они еще тут могилки выставляют. Так, плюс эти танцоры. Ё-моё. Это дело дрянь. Еще и подталкиваешь, да? Еще он мне там их подталкивает. Смотри.
Пушка бомбит от... Правильно, нечего ему здесь сделать. Ты дынь, что себе там? Жумкнуло так. Добренько, да? Не-не-не-не-не-не-не-не, давай, бомбите, бомбите. Так, мне нужно чуть-чуть накопить. Вот так вот. Круто же. Круче, блин, некуда. А этот все равно, ребята, опережает меня. Противничек-то мой меня опережает. Причем очень хорошо опережает. Дай-ка я так вот сделаю. У него уже 168. Давай, 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 вперед. Так, еще удобряк. Подожди, а куда? Что-то я не понял, куда они делись? У меня же тут все было засеяно моими этими. Куда они подевались-то? Оу, начинается вот логострой. Слушай, ну в любом случае я здесь опередил своего соперника. Что же за тормоза-то такие, а? Так а ты посмотри, кого мне дали-то против меня. Вообще какой-то юнец с первыми уровнями. Ну, тут можно понять, почему я выиграл. Но мне нужно было получить что? Ты посмотри, видишь, как замедленно все идет? С чем это связано? Не знаю, ребят. Смотри. Трындец какой-то. Не, ну так дальше нельзя продолжать. Ты сам понимаешь, почему. Потому что это просто нас припарит. Ладно. Итак, если что, пиши мне в комментарии, будем ли мы дальше. А что мы будем? Конечно, будем. Только вот когда? Чем больше комментариев, тем быстрее выйдет серия. Я так скажу тебе. Да, у нас тут еще и Пенни Пурсует. Ну да, Пенни Пурсует новенькая. Так что есть смысл, ребята, поиграть. Но попозже. Давай, наверное, разгрузим систему. Может быть, там уже сколько? 2 или 3 недели он не выключался, компьютер не перезагружался. Может быть, там уже фиг знает. Хотя я только что играл в другие игры, и они без тормозов, без лагов шли. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.